14 января – это первый день Нового года по старому календарю. И я считаю, что это очень символично – начинать Новый год с нового пути, с нового настроения, с новых чаяний, надежд и огромного-огромного светлого взгляда в будущее. Я желаю нам, чтобы наша жизнь была как большой корабль, красивый, и чтобы мы плыли далеко-далеко в будущее, чтобы у нас было все хорошо, на корабле было много детей, и все вокруг искрилось, сверкалось, крутилось вокруг нас. И хочу сказать Андрею, что я его очень люблю и рада, что он появился в моей жизни. It's amazing how you can speak right to my heart. Without saying a word, you can light up the dark. Try as I may, I can never explain what I hear when you don't say a thing. The smile on your face lets me know that you need me, 'cause the truth in your eyes saying you'll never leave me. The touch of your hand says you catch me wherever I fall. Best when you say nothing at all. Для нас, для родителей, конечно, свадьба нашей дочки – это очень трогательное событие, волнительное, переживательное. Время пришло, надо уже пора. Будут жить очень долго в любви, в счастье. И хочу пожелать им, чтобы они слушали друг друга, чтобы они слышали друг друга, чтобы они уважали друг друга. Естественно, я буду помогать тебе, как и раньше. И всегда, когда мы всегда были друзьями, всю жизнь. Чтобы я приходила в этот дом, и меня встречали с улыбками, и всегда слышен был детский и плач, и смех. Мы их любим, мы их будем всегда ждать, всегда будем им помогать. По дороге ко мне ресторанчик хороший. Да, по дороге к тебе ресторанчик хороший, что ты снизу. Уже эти мальчишники не могут так искать, буквально, я знаю, 15 минут. The smile on your face lets me know that you need me. 'Cause the truth in your eyes saying you'll never leave me. The touch of your hand says you. Так расскажи, а что за история с пандой какая была? Мы пошли к Новому году покупать мне платье. Мне понравилось два платья. Ну, мы тогда еще не знали, что за платье могут давать игрушки. И когда мне дали эту панду, я ее ухватила и побежала. Платья мне были уже не нужны. Выхожу, Андрею говорю, почему ты не спросил, панду дают за одно платье или за два? У нас бы было две панды.
я пошел. Нет, никак. Нет, извините. Посмотрите, жених. Заслушивается дело по обвинению Коновалова Андрея Владимировича в том, что он действительно решил увезти из родной семьи Ебишеву Лилию Николаевну. Она говорила, пойдем спросим. А вы думаете, свидетель да, кто? Да, поехали. Сходите, уточните у невесты. Было ли это? Нет. Так вы признаете себя виновным? Частично. Ну ладно. Вы, подсудимые, признали себя виновным полностью или частично. Чистосердечное признание всегда облегчает вину. Мы обязательно примем этот факт во внимание, но это все ни в коем случае не избавляет вас от наказания. А сейчас, женишок, никуда не денешься. Расскажи-ка нам откровенно, почему ты женишься? Хочу. Побыстрее надо. Ну, поднимай, смотри, почему ты женишься? По любви. Ну ладно, по любви, так по любви. Тогда давай дальше, да, угадал. Сейчас какие у вас эти, как нежная, отзывчивая, заботливая, красивая, замечательная, очаровательная, восхитительная, великолепная. Какая? Обаятельная. Самая лучшая. Что твоя невеста, чем твоя невеста любит заниматься больше всего на свете? Готовить. И тут угадал. Без комментариев. Если представится такая возможность, поедет ли твоя жена отдыхать на курорт без тебя? Нет. И тут угадал. Что ж, Андрей, она твоя. Только лента у меня. Кого вытянешь на этой ленте, на том и женишься. Кого вытянула? Отдай дочь в жены! Отдай ее хрена! Как все проходит? Отлично. Андрюш, как все идет? Еще трезвый. Хотя не должен быть. Ну, а есть вот это, знаешь, как вот ожидание реальность, да? То есть реально совпадает с ожидаемым или нет? Превышает ожидание реальность. Ну, ребят, он сам пришел. Чтобы вы прожили вместе и в один день. Жили вечно. Правильно вам, жили вечно. Дай Бог, а как раз сама вот таким образом. Любите, старайтесь, чтоб без нас. Любите, целуйтесь, и чтоб ваш поцелуй, каждый поцелуй был как первый. Да. Заботливым, добрым, мы в них с достатком. Мы уверены. Волнение, конечно, беспокойствие. Радость, конечно. Переживание, волнение. И радость, конечно, за детей. Наконец-то мы выдаем нашу красавицу замуж. Я за него очень рада, то, что он женится на прекрасной девушке. Желаю любви, взаимопонимания, нежности. В зал торжественной регистрации брака приглашаются невеста Епишева Лилия Николаевна, жених Коновалов Андрей Владимирович, родные и близкие жениха и невесты.
дорогие новобрачные, уважаемые гости. Я рада приветствовать вас в отделе ЗАГС администрации Сеймского округа города Курск. Сегодня, 14 января 2017 года, вступают в брак граждане Российской Федерации. Коновалов Андрей Владимирович и Епишева Лилия Николаевна. Дорогие Андрей и Лилия, сегодня в вашей жизни большое и радостное событие – день свадьбы. А свадьба – это тот день, который принято называть самым счастливым днем в жизни каждого человека. И это неудивительно. В этот день вы вступаете в новый мир, полный любви и нежности, супружеского счастья. Сегодня у вас есть то, что ищут миллионы людей. Это любовь. Именно она соединила ваши сердца и привела в этот прекрасный зал. Дорогие новобрачные, перед государственной регистрацией заключения брака во имя вашей любви, в присутствии ваших родных и друзей, прошу вас ответить. Согласны ли вы, Андрей, назвать своей женой Лилию? Согласен. Согласны ли вы, Лилия, назвать своим мужем Андрея? Согласна. По вашему взаимному согласию ваш брак регистрируется. Я приглашаю вас к столу поставить подписи в записи акта о заключении вашего брака. Дорогие Андрей и Лилия, вы подтвердили свое желание стать мужем и женой и скрепили ваш семейный союз подписями. Ну а сейчас по старой традиции в знак любви и супружеской верности подарите друг другу ваши обручальные кольца. В соответствии с семейным законодательством Российской Федерации, сегодня в Сеймском отделе ЗАГС города Курска ваш брак зарегистрирован. И я имею полное право объявить вас мужем и женой. Поздравьте друг друга с супружеским поцелуем. Ваши аплодисменты, уважаемые гости. Дорогие Андрей и Лилия, вы сейчас подарили друг другу самый прекрасный свой первый супружеский подарок – поцелуй. И пусть он своей нежностью и трепетностью запомнится вам на долгие годы вашей счастливой супружеской жизни. Ну и, конечно, в подтверждении сегодняшнего события и вашей большой любви я хочу вручить государственный документ – свидетельство о заключении вашего брака. Будьте счастливы! Ну а сейчас спускайтесь к вашим родным и друзьям, принимайте их поздравления, уважаемые гости, встречайте! К вам выходит новая молодая семья Андрей и Лилия Коноваловы. Свершилось. Свобода закончилась. Когда ручку взяла подписывать, рука не дрожала? Нет. Нога дрожала. Последний раз уверенно расписывала своей фамилией. Never thought
still good.